Губернатор Наталья Комарова объявила 2024 годом народного сплочения в Югре. Тему определили югорчане, которые голосовали на портале «Открытый регион». Выбор жителей округа и решение губернатора вполне объяснимы. Уже несколько лет наша страна и наш регион живут в сложных условиях. Сначала пандемия, затем жесточайшие санкции, которые по замыслу их организаторов должны были разрушить экономику России. Но экономика страны и региона выстояла, адаптировалась. Важно продолжать решать задачи развития России, Югры, по неуклонному повышению качества жизни граждан. 2024 станет годом сплочения друг с другом вокруг Югры, России и вокруг президента. Все югорчане сплотятся в одну большую команду развития региона. В своем обращении губернатор округа Наталья Комарова объявила о запуске эстафеты, предназначенной для передачи теплых пожеланий президенту и крепкого северного рукопожатия от всех жителей Югры. Запустил флешмоб Марк Шагин, еще осенью передавший свои поздравления главе государства и получивший от него благодарность. Для нашего региона и, в частности, для города Сургута эта инициатива, конечно, нужна и важна. И мы полностью поддерживаем инициативу губернатора, так как наш город и округ многонациональный. И в приоритете, естественно, как у нас, националов, наша задача, естественно, чтобы город наш развивался в мирной, в дружной обстановке.